22 муромских преподавателя борются за звание «Педагог года 2018». Конкурсанты уже представили новаторство, креативность и эффективность своей методики обучения. Сегодня мастер-классы. За происходящим в Центре внешкольной работы наблюдала Мария Жукова. Игорь Раскатов, учитель географии 7-й школы. В конкурсе «Педагог года» принимает участие впервые. Сегодня он рассказывал о том, как можно упростить тестирование на уроках с помощью использования современного приложения Plickers.com и Plickers-карты. Говорит, что выступать перед коллегами и жюри ему довольно легко. Это как перед учениками на уроке. Я представлял свою технологию использования QR-кодов и Plickers-технологии на уроке географии. Технологии новые, очень удобные. Впервые она была применена у нас в России в 2016 году. На своих уроках с детьми после применения данной технологии у нас повысился интерес к предмету. Окружной конкурс «Педагог года» традиционный, проходит уже 28-й раз и дает возможность профессионального роста. Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый этап состоялся вчера. Это защита методических концепций наших педагогов, с которой они справились на отлично. Сегодня мы проводим мастер-класс, в котором участвуют также все 12 педагогов и 10 воспитателей наших образовательных организаций. Они показывают свое мастерство с нашими педагогами, которые помогают им в организации конкурса. Завтра все наши участники будут присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях, также родительских собраниях, в незнакомых школах и детских садах. И уже в пятницу, 16 февраля, состоится финал. Торжественные обстановки в Центре внешкольной работы определят педагога года 2018. Мария Жукова, Александр Пурсуков, Новости Муром.